Человек-легенда. Самара отмечает знаменательную дату – 105 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кузнецова. В поселке Управленческий прошел митинг памяти, посвященный гениальному конструктору. Подробнее в сюжете Кирилла Козина. Николай Кузнецов не просто гений своего времени. Каждое его творение, ракетный или авиационный двигатель, определенная веха в конструкторском деле. Многие разработки используются до сих пор и вдохновляют коллег по цеху. Я ему благодарен не только в том, что он меня утвердил, это не самое главное, конечно, да? Но то, что он был и остается ведущим специалистом, ну, я бы сказал, не в нашей отечественной отрасли двигательного строения, но и в мировой отрасли двигательного строения. Вот у меня другого о нем мнения нет и быть не может. Кузнецов жителям Самары запомнился не только своими изобретениями, но и выдающейся общественной деятельностью. Именно благодаря ему в свое время расцвела вся инфраструктура поселка Управленческий. Появление ДК «Чайка», рядом с которым и прошел памятный митинг, тоже заслуга великого конструктора. Это был великий гражданин и государственный деятель. 30 лет он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был членом Президиума Верховного Совета РСФСР, академик, дважды Герой социалистического труда, еще 11 орденов имел, значит, лауреат Ленинской премии. И вот все, что здесь создано, поселок Управленческий, и все, что было в поселке Управленческом рядом, это детище Николая Дмитриевича. Огромное количество сил вкладывал Николай Кузнецов и в образование, поэтому по традиции памятный митинг закончился вручением дипломов и грамот лучшим выпускникам Самарского университета. Кирилл Козин, Александр Дудко, «Новости губернии».